Мурка и котята, с вами Мурка Дикая Кошка. Сегодня я прям не удержалась, чтобы не записать это видео. У меня наконец-то получилось вывести рыжую девочку. Правда, она 7 уровня. И я не думаю, что она у меня надолго, но посмотрите, какая она красивая. Это просто нереальная вообще девчонка. Мне кажется, что она еще всем покажет. Покажет в каком плане? Именно в плане того, что покажет свои навыки. Так что давайте мы ее поскорей вырастим. Для начала я хочу сделать симпатичный скриншот. И мы ее вырастим. Да, вырастить эту кобылу. Назову я ее... Оазис. Да, именно Оазис я ее и назову. Оазис или Оазис. И сразу скажу, да, она рыжая, но я хочу немножко еще более рыжую кобылу. То есть не вот в таком варианте, как бы, да, а немножко в другом. Поэтому пока я ее... оставляю ей кличку такую. Вот. Если у меня получится найти для нее хорошую партию, то вы сами знаете, я назову вторую кобылку Блум. А эта девочка, дочка моей Винтер. Винтер, кстати говоря, несколько удачных кобыл мне приносила, но единственное, что понравилось из всех, только вот это вот. Она идеального рыжего цвета, но с пробелами, то бишь с белыми частями. От кого она, в принципе? Я с духом. Духес или дух... Ну, короче, ладно. У этого коня была хорошая родословная в плане рыжести, в плане гена Red. То бишь, я его так называю, Леген Оранж. Ребят, короче, кто знает по лошадям, поправьте меня. А именно то, что я объясняла до этого момента, и в принципе, вот. Короче, вот у этого коня в геноме достаточно был хороший ген вот этого рыжего цвета. И я подумала, ну, была не была, белая лошадь, темный конь, давай попробуем и фиг с ним, что получится. И вот получилась она. Получилась потрясающая просто лошадь, она мне безумно нравится. Но сейчас, на данный момент, я не имею понятия, что с ней делать. Или прокачивать ее до упора, или... впоследствии потом прокачать, продать для продолжения сюжетной кампании или там еще что-то с ней придумать. Ну, в общем, будет видно. Также. Я могу ее прямо сейчас улучшить аж до 13 уровня. Ну, давайте, в принципе, мы это и сделаем. Денег у меня пока хватит. Хотя бы до какого-то уровня. И я вам покажу ее... собственно, в деле. Так, ну что, я нашу девочку улучшила. Теперь пойдемте с ней на скачки. Я ее, пожалуй, на Percentwell. Сейчас посмотрим. А, она у меня уже пойдет здесь со штрафаком. Ну, давай вот сюда вот так. Да, вот здесь. Менять сейчас атрибутику ей не буду. Она у меня просто красотка. Я хочу прокатиться на ней. Да, я хочу прокатиться на ней сама. Попробовать ее. И уже тогда видно будет, как, чего, что. Все, смотрим. Ура!
Josh alongside Shaggy, you know. Красотка, вообще умничка. Я вот давно такой лошади у меня не было, давно. И знаете, ребят, Оазис идеально. Я думаю, что впоследствии я подберу для нее жеребчика. Ну, не Юрку точно, а потому что он гнедой. У него нет подходящего для меня гена, хотя вот здесь вот у него есть в родословной рыжий, но он не преобладающий. Плюс музыкальная история была именно гнедой, и из-за этого, ну как бы, тут вероятность того, что родится что-то вот, ну, рыжее, это навряд ли. Поэтому пока нет, пока не он. Ну, Тофыч у меня остается в любом случае. Тофыч вообще огонь, конь. Вот у меня два коня огня. Вот Тофыч и Юрка. Вообще замечательные. Ну, и Оазис я оставлю. Пока думать буду, что насчет Винтер. Жду ваших комментариев насчет именно Винтер. Что мне с ней сделать дальше? Прокачивать либо продавать. Также хотелось бы узнать ваше мнение насчет вот этой гнедой кобылы Флоры, потому что я еще думаю, куда с ней тоже. Опять же, напишите мне в комментариях ваше мнение, куда бы вы на моем месте ее дели, или оставили бы себе, или продали бы в знак, либо прокачали и оставили как доп. Лошадь. То же самое и по поводу Винтер. Насчет Оазис у меня пока планы, поэтому она у меня будет на месте. Так что вот. Ладненько, всем спасибо, ребят, кто смотрел, кто смотрит. Была рада порадовать вас снова своим видео по скачкам. Почему перестала выпускать? Геймплей стал однообразный. И пока я только насчет вот лошадей думала. Так что вот. Все, ребят. Не забывайте заходить в сообщество, не забывайте писать свои комментарии. Вы лучшие, спасибо вам за 8К, вы самые-самые крутые.
Я надеюсь, что будем и дальше продвигать канал, и дальше будем работать над... В общем, будем работать над каналом. Я уже забываю, что хотела сказать. Это нормально, это вы не думайте. Вот. Так что, ребят, и извините меня, пожалуйста, за то, что я очень редко стала выпускать видео. У меня сейчас просто вот, ну, завал дел. И, ну, вообще никак. Вот. Все. Всем спасибо. До встречи в следующем видео. И пока-пока.